Как делишки, ребятишки, с вами снова ученые Эдисон и Жиньдос, и сегодня мы будем ставить эксперименты на людях. На себе. Хочу поправиться. Отдайте мое тело науке! Отдайте! Да, все. Ребята, ставьте много лайков во имя науки, потому что поддерживайте нас ученых во имя науки, Жека, да? Да, товарищ, согласен с вами. Пройдемте на наше испытание. Испытание. Ну давайте, компаньон, давайте. До свидания. В общем, ребята, вы, наверное, задаетесь вопросом, что это за хрень. Но это вторая часть рубрики 10 способов убить своего друга. Первая серия выходила аж 22 января. И только спустя почти 3 месяца, 2,5, мы с Жекой решили записать вторую часть. В чем заключается суть? Мы с Жекой безумные ученые, мы ставим эксперименты, и я буду приглашать Жеку на свою карту, где ему нужно будет найти способ, как себя убить. Потому что вы все же ученые безумные, и нам надо найти способ, как убить человека как-то креативно, не банально. Поэтому Жеке нужно будет найти способ, как себя убить. Если вы думаете, то, что все тут так просто, нет. Туда он не сможет спрыгнуть, потому что там невидимые блоки, тут он не сможет утопиться. Тут только единственный способ, через который он может умереть. Короче, ребята, наверное, меньше слов, больше дела. Давайте мы сначала пойдем к Жеке, и в процессе прохождения этой всей карты вы поймете, в чем заключается суть. И, как я уже сказал, ставьте лайки во имя науки. Да, во имя науки, ребята, ставьте лайки. Чем больше лайков наберем прямо сейчас, тем больше серий будет выходить. Поэтому не поленитесь, поставьте, а мы потопали к Жиньдосу. Давайте. Ну что, ученые, ну что, компаньон, да, я готов, Мы готовы. Покажите мне, что вы тут построили. Посмотрите на мою карту, в общем-то, вот она такая, Эдисон, давай, пытайся найти способ себя убить. Ой, так, пытаться способ найти себя, найти себя, я хочу найти себя. Найди себя, Эдисон. Хорошо. Ничего ломать ты не можешь, к сожалению, поэтому ищи способ. Ищи скрытые проходы, там, может, какие-то подсказки, Всевышние. Я тебя заколебал, какие скрытые проходы, нет тут никаких скрытых... Опа! Что это такие? Так, а где мне код найти? А, компаньон! Вы должны сами это найти, ученые. Мы же экспериментируем над людьми. На сами себя? Ну... Да. Опачки. Что-то там, кажется, ты заметил, да? Что-то заметил, но что-то очень странное. Жека, если что-то... Что такое? Зрение подводит, да? Зрение у меня... Там только 3 цифры или... Да, слушай, а где-то 4 должна быть, да? Наверное. Вот видишь, 3 цифры, да? Где-то еще 5, да. 2, 9, 0. 4, да? Ученый, да, может, вы меня просто убьете и сегодня будете вот это выкобыливаться, не? Ученый, Эдисон, вы должны умереть сами. Ай, та-та-та, 2, 9, 0. Опа-на! Опа! Ой, не успел, Эдисон. Это старенький стал, да, уже ученый? Не успел. А как бы я в смысле успел, я туда вообще войти не могу. Да, можешь, да? Нет. Да, вот, да. Нет. Можешь. Нет. Эдисон, я все тестировал. Да не могу, я не... там невидимые блоки! Там никаких нет невидимых блоков! Ай, я умер! Ой! Нет, не умер, Саски. Заново дверь открывать, эх! Ученый, вы меня расстраиваете, если честно, ученый. Ой, а что это у нас вот такое? Это верстачок, у нас верстачок. О, это полезная штука, наверное, да? Да, там ничего нету там. Надо что-то, чтобы было. Надо что-то, чтобы было, что-то там. Было, да, чтобы было. Надо что-то. А что там такие? Нет. А что-то такие, да. Сейчас. О, лесенка, фига себе, да, круто. Вау! И что дальше, да? Да даже не знаю, Эдисон, даже не знаю. Опа, убей меня! Эх, что-то он тебя. Писюном меня застукай! Не хуй. Митрофанчик тебя что-то не бьет. А может ты его попробуешь убить? Не бьется. Опа. Пися, значит, да? Пися тебе выплачу? А что ты еще нашел? Ну-ка, рассказывай. Я нашел. А не скажу!
Не скажу. Я просто карту подписчикам не показывал. А я нашел палочку, да, выручалочку, и нашел три нитки. Что мне с этим делать? Может, тебе еще писи нужны? Мне кажется, писи Митрофанчика очень даже полезная вещь. Да, мне кажется, еще писи нужны. А где я еще писи найду? Вот ученый, подскажите мне, пожалуйста, тут в лабиринте или где? Мне кажется, писи есть только у нашего Митрофанчика. Вот мне кажется, только у него есть писи. О, сейчас бы его 30 раз убивать. Ученый, как вы вообще людей клонируете? Как вы их воскрешаете? Я просто самый сумасшедший ученый, самый сумасшедший ученый на свете. Ну на, паскуда, ну на, да, молодец. Дай пищу! Все, молодец. Так. Молодец. Ой! Припадок сер! Рот, дыхание в рот. Я умер, Жак, я прошел карту, у меня припадок, остановка сердца. Нет, Анисон, ты не умер, так не считается, да? Я думал, у меня получится тебя дурить. Да дурить. Нет, я не такой глупый ученый. Ученый! Так, Жека. Что ты делаешь? Давай рассказывай. Не знаю. Мне кажется, ты делаешь лук, да? Я не помню, как он делается. Все понятно, если у нас еще и нуб. Жека, подскажи, как делается лук. Подожди. Делается лук, но здесь нужно, по-моему, три писи и три волосинки. По-моему, вот так вот все. Не может быть, наверное, вот так, да, вот так. Я тебя просто троллил. Так, 2905. Опа, вот. Успел. А что дальше? Где стрелы-то? Да, где стрелы? Ой, вы меня убить хотите или прохождение карты мне сделать, ученый? Так умирай, как бы, как хочешь, умирай. И как я себя убил? Может, ну-ка по башке застучу себя? Ученый, вы не глупый вроде человека, а вот не можете понять этих очевидных вещей. Да, все-таки нашел. Нашел стрелы в лапочке. Так, хорошо. Что дальше? Не, так нельзя. Ты смотри, у тебя стрел-то мало, ты как бы это, поосторожней с ними. И чё? Да. Ты хочешь, чтобы я туда попал, да? Да. В прыжке? Нет, не в прыжке, как бы там можно... Ладно. Как хочешь, стрел как бы у тебя ограничен, ты их всех потратишь и можешь как бы это... Потом без стрел остаться, да? И что? И ты не умрешь, ты останешься до конца жизни на моей карте. Не-не-не, так нельзя, ученый, так нельзя. Так, компаньон. Ну тогда ищи способ, наш ученый Эдисон. Я уже одну прокакал, поэтому... Одну, она там лежит вроде. Нет. Ладно, да, получишь. Давай, проверим твою меткость. Опа! С первого раза, first try. Молодец. О, так, ученый, дайте мне подсказку, компаньон, дайте мне подсказку, как тебя убить. Нет, никаких подсказок, Так, пиг, да, я нашел пиг. Опа-на, так, пиг я нашел, да, значит, пиг. А я седло не нашел. Да? Да. Ну ты поищи повнимательнее. Может кто-то просто карту не доработал, ученый, так нельзя, в следующий раз я вас не прощу. Все работает. Так, это было так задумано. Не прощу в следующий раз. Алло! Это было задумано. Иго! Свитус, активируйся! Алло! Вперед! Он не работает! Давай, вперед! Поднажми, ну! Да не работает он! Да что не работает? Ой, не в ту сторону! Дебил! Какая-то у вас тупая свинья копает! Опа! Попер, да? Давай, правильно, все правильно, направо! Направо! Ой, какой ты молодец, единственное, что там в сундучке? Не знаю. Пистолет! Так, он заряжен? Он не заряжен! Что делать? Тут застрелиться не получится. Не, застрелиться не получится. Что делать? Ну не знаю, думай. Как мне думать? Не знаю, мне кажется, нужно включить мозги нужно. Не, типа... Нее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 ee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 
области невидимой хрени, как бы, такое себе. Ну да, ну да. Тут есть что-то невидимое, дайте подсказку. Нет. В чем дело? Это... Ничего в этой карте невидимого нету. Нужно лишь включить свой мозг, понимаешь, Денис? То есть мне возвращаться или тут быть? Ну, может быть, возвращаться, может тут быть, я не знаю. Прикольно, ты мудишь? Так, что же у нас так. Тут есть, интересно? Посмотри повнимательнее, посмотри. Опа! Чё это такое? А чё это? Чё это? Что ты нашёл? А я пульки нашел, Вот видишь, всё просто, Эдисон. Так, я наберу себе очень много, Так, перезарядимся. Дальше. Ну, по идее, я могу с пистолета разбить стекло, да?
Ну, по идее, да. Только оно мне почему-то кажется, что не убьет. Ну, ты попробуй, попробуй. Мне кажется, лучше броню снять, Эдисон. А, у меня еще и броня есть. Опа, да. Ну, в принципе, ты неплохой, неплохой ученый. Неплохой, да. Бедный Эдисон, он сейчас умрет. Да, да, он во имя науки. Во имя науки. Ох, и расплескался весь. Хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, Эдисон, все, можешь... Ты едешь, все, пока, давай, ты умер, как бы, я пошел. Почему, куда? Ты умер, в смысле, а на месте компаньон, на месте. Сейчас, я очки одену, пиджачок, гемот выключай. Гемот. Хорошо, хорошо. Гемот. Да, я там не так нормально. Давай, пошли, пошли. Ты ничего не можешь ломать, только ставить и кнопку. Догадаешься куда. Проходи. Так, ищи способ, как себя убить. Ищи. А что-то не работает ваша медвежья ловушка. Да, они не для тебя. Стефанчики. Это мой подопытный Стефанчик. Да, вот номер один Стефанчик. А вот номер 25 Стефанчик. Много всяких Стефанчиков. Мне нужно две свинтуса, да? Да? Чтобы кнопочку, да, получить? Чтобы кнопочку. Да. То есть догадайся, как тебе нужно умереть. Видишь? Эти три волшебные красные блоки могут испариться. Могут пропасть. Да, только надо найти способ как. Я сейчас всё найду, ты не переживай, как бы, я самый безумный ученый. Давай. Прыгай вниз, прыгай. Ай, не получается. Ой. Не. Это было случайно, если одного удара молодец, как бы. Ну. Так, нет, видимо, так и не смогу. Что-то здесь не так. Ученые, у вас плохо со зрением, очень плохо со зрением у вас, ученые. Что-то здесь не так. Плохо со зрением у тебя плохо. Опа! Опа! Что ты там нашел? Морковки, значит. Морковку нашел, да, значит? Выманивай. Давай. Ну что так сложно? Давай. Ученый, вы какой-то не... Это так и должно быть, да, что они... Не, не должны выйти, у меня все получалось. Вы просто не справляетесь с этими животными. Камон. Давай, Хрюха, выходи. Давай. Ты его отвлекаешь. Давай. Иди сюда. Выходи, ну да. Молодец. Опа. Потихонечку умирает. Давай. Вы все хорошо делаете, Давай. Вот какой вы живодер еще! Компаньон. Сколько? Одна только. Одна? Нужна вторая. Ну давай, иди сюда. Давай, выходи, Хрюха, да. Давай. Муси-пуси-пуси, давай, выходи. Да, она на тебя смотрит, уйди. Да я уйду, всё. Ты слишком некрасивый, уйди, давай. Да. Может, поэтому она к тебе не выходит, потому что ты слишком страшный? Давай, Хрюха. Давай, я помогу тебе. Давай, выходи, Хрюха. Давай. Пошла. Хрюха, давай. Опа, да. О, потихонечку. Давай. Это как-то слишком медленно. Давай, собака, паскуда. Молодец. Так, где там Стефанчик? Нужный Стефанчик. Подопытный номер 69. Так, кнопочка есть. Ищи, куда бы ее поставить? Место для кнопки. Ага. Мне кажется, это вранье. Не, тут троллинга нету, как бы тут. Ладно. Хорошо. Ага. Что поменялось, Жека? Ищи, что поменялось. Так, по-моему, один блок убрался. Да, нижний блок убрался. Значит, еще нужно найти два способа, как убрать два блока, чтобы умереть в лаве, да? Потому что это бочка с лавой. Бочка с лавой, Жека, запомни. Так, я понял, здесь у нас есть стрелы, как бы, да? Да. Опа, а что-то они до тебя не долетают. Эх, ну ладно, хорошо. Тогда я могу, в принципе, их сразу забрать, да? Ну, как хочешь. Да, так. Сколько там стрел? Там три стрелы. Так. Может, в воде получится утопиться? Я вижу кнопочку. Кнопочку? Да, еще я вижу лук, отлично. Ага, все, я допер, я умный. Так, что поменялось? Второй блок убрался, да? Так, осталось найти последнее. Осталась последняя кнопочка, да? Сложно. Где она может быть? Все-таки мне кажется, что она вот на этой башне, не зря она так построена. Это, конечно, возможно, просто троллинг, но мне кажется, что это не так. А, кнопочка. Ага. Давай, Жека, давай, ты сможешь пройти это, давай, ты сможешь умереть. Давай, ученый, компаньон, давай. Сейчас, подожди. Война науки. Давай. Давай. Все, давай, умирай. О, да.
Я понял, спасибо, спасибо. А шо не убирается? Что-то не умирает. Это моё зелье какое-то, не умирает. Не умирает. Ага. Что там, компаньон, что там? Там рычаг. Там рычаг был. А что он открывает? Я не знаю, ничего не вижу. Я ничего не вижу, помогите. Что он открывает? А ну давай. Ищи, что он открывает? Что он открывает? Если там был рычаг, не просто так, значит, да? Так. Подожди. Это так не работает. Что он открывает? Он что-то открыл, да. Один блок, он убрал один лишний блок. И сейчас ты сможешь куда-то пройти. Может, тут где-то? Как знаешь. Как компаньон, вы ученые, вы должны все понимать в этом мире, в этой вселенной. Может, я когда смогу выпрыгнуть отсюда, нет? Мне кажется, нет. Что-то здесь не так. Что-то я не понимаю. Тут слишком сложная карта. Компаньон, какая сильность. Нет, компаньон, может, тут что-то было? Проверьте. Вот тут. Где-то вот там внутри. Может, под, может. Нет. Как нет? Тут. Ай-яй-яй, ты куда? Так, вот, компаньон! Я куда-то проваливаюсь, я компаньон! Опа! Что там? Опа! Что там? Опа! Ну все. Подожди! Ты не ошибся? Ты сможешь умереть с одним ТНТ? Да. Мне кажется, нет. Или... Что-то ты мне какие-то сложные вещи заговорил. Не-не-не, так не... Ну конечно, это самый банальный способ. Ну да, можешь и так как бы. Суть в том, чтобы умереть. Но, Жека, ты просто тупой ученый, который не может придумать какой-то новый способ, чтобы умереть. Да в смысле? Мне как бы и так нормально. Ну смотри, ты можешь взорваться с ТНТ, да? Ты можешь себя поджечь. А можешь сообразить... Я могу взорвать эту башню, спрыгнуть с нее. Я могу... Что еще? Я могу много что сделать. Ну давай. Самый небанальный способ, давай. Не могу взорвать башню. Можешь взорвать просто стенку и выпрыгнуть вниз? А ну попробуй. А вдруг там она как-то криво взорвется, это же железные блоки. Да не, ну просто, ну как хочешь. Давай! Прыгай! Давай! Я думаю, что я пошел. Пошел, давай, удачи. Скажу. Мне понравилось, классно. Скажу тебе, ты справился с заданием, компаньон, я вас жду на месте нашем, рабочем месте. Да, подожди, так на рабочее место нельзя, не в одежде. Не в одежде, конечно, нужно в одежде соответственной, давай. Да, так что я уже готов. Я возрождался уже! Так. Ну что? Во имя науки все было, да? Во имя науки. И во имя науки, ребята, ставьте огромные пальцы вверх, да, если вы тоже ученые, если тоже хотите много серий по. Если тоже не. Умереть никто не хочет. Это мы ученые! Если не хотите умереть, то ставьте лайк. Если не хотите умереть и хотите больше серий, ставьте лайки. Что скажете, компаньон? Мне кажется, что нужно отдать мое тело науке! Согласен! Естественно! Поэтому, ребята, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Да. Пока.